Необъяснимая тайна гигантского лица, найденного на Далином острове в Канаде. Это таинственное и интригующее гигантское лицо неизвестного происхождения было обнаружено на удаленном острове в Канаде. Программа «Первые народные племена Канады» отправила электронное письмо хатской нации со ссылкой на кокера по имени Сэнди Фло, который приезжал из штата Вашингтон. «Я подошел поближе к берегу через бурых водорослей», чтобы исследовать небольшой разрыв в скалистом берегу на юго-восточной стороне острова Рикс. Внезапно я увидел лицо. Я чуть не упал с КК. Минус, сказал Фло в электронном письме парком Канады. Но область, в которой находится лицо, коварно. Фло пишет, что он прошел свой каяк через желоб между рифами и островом, чтобы поближе рассмотреть лицо, но было слишком опасно выбраться из каяка, чтобы подняться на скалу. Хэнк Гэс сказал, что он не уверен, является ли любопытное лицо оптической иллюзией, созданной матерью природой, или посланием его предков. Читайте также, что происходит ночью в наших головах. 13 удивительных фактов. Весной 2008 года археолог Денис Янклер был направлен в лицо, чтобы изучить его и принять решение является ли объект естественным или искусственным. Но изрезанная береговая линия помешала какому-либо тщательному осмотру, и Сент-Клер не могла сказать, как появилось лицо в скале. В электронном письме к Хашилдса Сенклер написал, к нему трудно добраться, и для очень спокойной воды необходимо, чтобы кто-то спрыгнул с лодки и поднялся, чтобы приблизиться. Это должно быть сделано, чтобы определить, является ли это естественным образованием или искусственным. Он сказал, что если при тщательном рассмотрении выясняется, что лицо не создано человеком, поскольку с лодки это действительно так, на протяжении веков многие церкви шахта могли относиться к нему как к чему-то особенному. И так оно и было бы, независимо от его происхождения. В знаниях церкви шахты нет записи или устных историй которые бы ссылались на резную каменную поверхность, но скрытое лицо имеет сходство с резьбой по дереву в здании администрации Ц-шахта с духом ветра. Первая нация Ц-шахт – это объединение многих племен вверх и вниз по заливу Альбернии в долине Альберни на центральном острове Ванкувер в канадской провинции Британская Колумбия. На сегодняшний день насчитывается 1103 представителей этой народности, а их основное заповедное сообщество находится в порт Альберни, Британская Колумбия. Они стали доминирующим племенем области благодаря воинам. Первый народ Сэшахт, один из 14, которые составляют культуру Ноучахнуль. Их язык является членом семьи Вакашин. Уважаемые читатели, Помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.